Финал окружного этапа конкурса пройдет 12 и 13 октября во Владимире. А вот курянка Юлиана Жегопарова уже стала лучшей. Девушка победила во всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы туризма. Жюри оценило ее проект крошечными шагами по Курскому краю. Путешествие – это разнообразное перемещение с разными эмоциональными всплесками. Путешествие – это новые впечатления, новые открытия. Путешествие – это классно. Почти сотни ребят с ограниченными возможностями здоровья в сопровождении 30 волонтеров прогулялись по родной области. Учили народные танцы, пробовали плести лапти и лепить настоящие кожлянские игрушки. Не покидая пределы региона, они стали настоящими путешественниками. Притворить проект в жизнь помог федеральный грант. Его девушка выиграла, рассказав о своей идее на молодежном форуме «Таврида на Бакальской косе». А сейчас Юлиана в составе курской делегации отправилась на Всемирный форум молодежи и студентов в Сочи. Реализация проекта превзошла все мои ожидания, так как я не ожидала получить такой большой опыт, большие впечатления, эмоции, точно так же, как и все наши волонтеры, которые участвовали в проекте. Это было очень здорово, и плюс отдача от самих детей была также большая, огромная.